Всем привет, с вами Сильвер Сварт. А как обычно, ничего тут удивительного. Вот решил я все-таки поиграть в эту игру, то есть продолжить ее. Говорится. Ой, давайте я вот так сделаю. О! Сейчас я еще кое-что сделаю, наверное. Одну секунду. Пока вспомнил. Вот, не особо хотел возвращаться к прохождению ее. Она мне не сильно нравится. То есть... Вот. Ну, играется она нормально, но... Так. Ну, давайте. Чем у нас тут осталось? Вот. А я думаю, что у меня звук двоится. У меня он подавался на компьютере. Я помню тут. Да ё-мё. Чё-то не там. Вот, ну, короче, не было у меня планов по ее прохождению вообще. Не сильно она мне нравится. Чтобы я ее играл. Но еще такая игра, конечно. Че против я ее не имею? Вот. Плохо вижу этот край. Оу! Опять продул. Опять все заново. Кто-то жаждал Shovel Knight. Поэтому смотрите, вот. На следующей неделе, напоминаю, что у нас будет довольно интересная неделя стратегии. Особенно поклонникам стратегии жанра, как жанра. Это будет очень интересно. Ну, а я вспомню свои любимые стратегии. И поиграю в них. Ну и... И дела. Стоит ли нам рвать? Ooh.
Как же тут жестко. Ну, конечно, благодарю администрации еще раз за предоставленную копию. И про... Хотя игра мне не сильно нравится, так скажем. Простой босс. Ой, курица ползущая, бог ты мой. Я думал, что это такое? Это курица. Я так все зашла. А десяточка это... Ух. Жестоко. Как там? Ну и не знаю, что мне еще сказать. И тут кнопку нажал, и я уже весь в панике. Довольно быстро прошел. В сравнении с прошлым разом. Тик и чё? А. Прикольно. Ой. А её можно как-нибудь подкинуть? Супер. Можно. Оу. Офигенная вещь. Классно. Жаль только на время, но да ладно. А вот как ту? А, легко. Блин, интересная фигня. Ой, надо было туда зайти. Прямо это какое-то убийство этого, как его называют.
блин. Столько. Ой-ю. Блин, не выкопать. Ладно, не важно. О, на дороге можно и так подвигаться. Вот так. Оу! Деньги мои. А, плакали. Довольно сильно. Блин, там хороший алмазик. Ну и фиг с ним. Я не думаю, мне игра вот лично не требует, не просит, как бы, вымогать денежки. Да, задумывалась как концептик. Не чувствуется. Так вот, прям вот хорошо, что... Стали. Лифты зачем сейф? Ух ты, мол, найт. Далеко отчет спилункер. А, лол. Ладно. Сюжет так такого в игре мало. Ау, спилункер, хватит. Ах ты, сволочь. Так, ну пока понимать тактику должен. Больше ничего, здесь я не убью. Не такой простой, кажется. Оу. Печально. Ну, не очень сложный босс. Вроде не очень много смерти делал. Оу-оу-оу. Эта штука лучше избегать. О! Лол! Это было так просто. Оу. Я думал, это сложнее. Боссы здесь не очень сложные, если постараться. И правда, я самого сложного босса уже убивал. И потратил на него полчаса. А этот босс так. Фигня. Ой, хоть бы не ловить ее, а? Не хочется ловить эту вашу принцессу лопатную. Нет, все-таки ее надо ловить. О, это в реальности. Оу. Или нет, опять не в реальности. Я жить-то буду? Ух, сколько жизни-то, ёбай. Я смогу выжить-то. Давай! Ну лови, лови, лови! Да! Я выловил её? Фиг его знает.
О, господи, опять. Тираномер. Ага. Уф, ну, выловил вроде. Это хорошо. И поехали. Ой. Последний мир, что ли? Не, это еще не последний далеко мир. Боже, какая игра длинная. Давайте вилыч. Это был апгрейд, бог ты мой. Что я здесь делал? Оу. Вот я идиот, да? Ом-ном-ном. Как много вкусно. Иди лесом. Ой, ой, цена-то какая, вот. Давайте-ка обойдемся без этого. Ой, куда я улетел? Ух ты. Еще какая-то локация. А, это я здесь. Оу. Круто, круто. Очень круто. Так, давайте купим что-нибудь. У меня самая крутая броня. Давайте вот это возьмем. Думаю, пригодится. Давайте отсюда полетим к нашему прекрасному музыканту. Вандерфул. Класс. Вообще, давай нас здесь пустовато. Делать здесь особо не... Ой, нет! Куда? Ладно, отсюда быстрее идти. И ко мне надо... А, она сама сохраняется. У вас никак не привыкли, что игры сами сохраняются, лол. Возьмем рупию. Нифига, классная вещь. Просто офигенная. Оу. Ой, нет.
Вот это не хотел. Блин, печаль-то какая. Ай! Блин, так много золота. Все мимо почти. Да ты. О, все мимо. Неаккуратная игра. Ну ладно, ничего страшного. Идемте. Куда же мы пойдем? Тут еще сокровищ много. А вот это я смогу пройти? За рыба государь. Привет. Кто меня потревожил? Вау. Станавит. Я не был. Как переводится из чор? И новеньким людям подписывайтесь на канал. Hello. Сейчас посмотрим, как переводится. Шикарно переводится. Непонятно. Что они имели в виду? Так, давайте. Давайте вот эту штуку. Вот. Полетел. Вау. Класс. Ой, Миверс, пардон. О, такая это фигня, рыбина. Забавная рыбина. Давайте пойдемте. Вот тут. Поехали сюда. А здесь как раз сокровище. По-моему, здесь не пройти, да, вот это. Не знаю, как пройти. Какую-то способность надо иметь. У меня нет способности. Нет. Зырлык. Оу. Это все? Зачем мне сюда? Ох. Делать? Что же здесь делать? Совершенно скучно деревня. Давайте куда-нибудь перекочевать. Вот так лучше.
Пойдем сюда. Вау, ледяные уровни. Класс. Ую. Оу, как классно. Сейчас гляну кое-что. Ага, ясно. Все зрители, привет. Пишите в чатик. Интересно, где-то ломается или нет. Лед, по-моему, не ломается. Да, он не ломается. Ну, странная секретка тогда. Уйо! Блин. Волки, я вас ненавижу. Может, удочка выловить легче будет? Давайте попробуем удочкой. Сколько волков-то? Я вижу. Класс. А мне нравится. Ой! Забава века. Это что за... Эй, ты что делаешь? Стой! Я тебя убью. Блин, тут можно было дожить. Не подумал, окей. Ну ладно, хоть здесь достал. Дай! 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 Ух. Это жестоко. О боже, Саб-Зиро местный. Вместо Саб-Зиро. Ау. Да ёлы-палы. Так, кстати, надо мне эти шиповник. Так и тут надо уже огонь. Думаю, поможет. Помог. И это помогло. Круто. Так, а это какие-то дракончики. Дракончики есть? Не знаю, какие-то такие. Давайте думаем, что это дракончики. Воу, я еще взорвал ее. Миленько. Прикольно.
Воу. Генна. Прикольно сделали вот это вот. Как это? Забавненько. И все. Больно сложно. Да. Давайте не рисковать. А тут что рисковать-то? Ой, радужная фигня. Это сделал. Интересно. Воу-воу-воу, прикольное взаимодействие. Ех ты. Интересно, придумали? Ты! Интересная штука. Саб-Зиро, кыш. Ничего нету, да? Да, здесь не пройдет. Без нее дашь теньку, да? Ой, ты что делаешь? Блин. Блин. Его профукал. Знаешь, ты как? А, легко. Вроде. Ой! Ой! А, нет, все здесь просто. Ой. Музыка еще суперская. Оу. Я! Нет. Блин, не вышло. Не вышло. Главное добраться до туда, да? Это уже будет нелегко. Саб-Зиро. Нет, а тут прикольно сделали. Интересно. Ну вот и все. Легко. Относительно легко. И здесь тоже не очень сложно.
Подруг дракончик, ну. Фиг с ними. Ух, страшно-то как. Ну куда? Так. Класс. Оу! Тут без этой штуки никуда. Все. Сейчас будет просто. О, опять ты. Давай купим. Как без этих умений? Да ну много они денег дают. Блин! Ух, как же повезло-то, а? Давайте попробуем. Вау, класс. Классная штука-то. Интересная штука купил. Ой, да. Через неделю 3D World. Я не знаю, получится ли у меня ремонт. А, давайте. Скоро будет. Ой. Ой. Блин. Что делать с тобой? Тут делать нечего, блин. Больше тут делать нечего. Немного обидно. Твою мать! Ненавижу. Деньги, деньги. Эти деньги. Супер вообще. Ух ты, получилось. А, тут надо прыгать на них. Ой-ё.
Я смогу. Нет, конечно! Это же нереально. Блин. Здесь я попадаю жестко, народ. Чувствую. Твою ж мать! Надоело уже как? А. Умирать, умирать, деньги терять. То, что денег у меня будет мало очень к концу уровня, это факт. Но главное найти до конца. Так, ну и чё? Да. Музыка ещё немного бесит. Блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Блин, я трачу такую кучу денег. Ох. Твою мать, я уже заманался, да? Вы еще хотите, чтобы я за вечер ее прошел, да, конечно. Это реально так. Народ, не забываем подписываться. Скоро будет Mario 3D World. Ой-ё. Опять. Нет, это уже не смешно. Это уже не смешно. И трачу столько денег. В итоге. Знаешь, он для ничего не опустится, но... Прилично так опустится. Блин, я устал. Мне еще здесь надо чинить каким-то путем пройти. Жесть. Хотя у меня акробатика, но она меня не спасет. Да лол какой-то. Кошмар. За это я не особо люблю игру, хотя это стандартная, да. Как бы, ты не проходишь чего там. Все привыкли же к казуальным играм. И вот такие итоги получаются. Уже все так просто. По факту. Просто деньги терять. Вот здесь тяжело. Ну вот как тут пройти, блин? Ну, как? К тому же, если я выйду, у меня весь процесс полетит к чертям. За что я ненавижу эту игру и все. Это, конечно, не боши, но... Алло. Боши это боши. Совсем другая игра. Слишком порода. Ау. Достал. Господи, ты что ж такое-то, а? Так и не убил весь.
Впервые всю эту музыку уже. Она меня уже вот так бесит. Да ладно. Надо пройти вот это как уже. Этот бриллиант легко открыть. Ах, пофиг на мои деньги, мне все равно их уже нет. Ну и как в это можно играть несколько вечеров, блин. Я не знаю, как это играть. Много, возможно, вообще. Но вот никак она меня не привлекает и не тянет до конца. Хочется ее бросить просто. Взять и бросить, но... И сюжета в нем так такого нет. Так что я люблю игры больше всего. Так это сюжет и атмосферу, естественно, да. Как фильмы для меня, так и игры. О, да ладно, прошел. Воу! Есть. Может, удочку попробовать выловить? Нет, удочка не выйдет. Окей, пойдем отсюда. Эти молоты из Марио. Ох. Ну не из Марио, а из какой игры-то там такие вот были. Не помню. Блин, а как их убить-то? Хороший вопрос. Так точно не столкнешь через. А, вот так. Они как бы мне не сильно мешают. Вопрос. А дальше такой клоун. Ох, лол! Лол. Окей. Ну, будем вот так делать. Ух. Да ты. Да ну его. Умри. Ау. А. Это ж так просто. Ух. Получилось. Это не просто, это не... Это сундук ужасный. Ой, тяжело собрать. Ой, Саб-Зиро, только не ты. А там проход есть? О, да, тут есть проход. За ноткой.
относительно несложно. Да, что слишком просто. Выбраться, правда, отсюда не очень легко. Ааа, слишком просто, блин! Ааа! Сволочь. Говно. Отсюда! Твою мать. Ё-моё, ненавижу. Мне кажется, эта игра делает все, чтобы мне только отвращение вызывать, а не наоборот. Собственно, не планировал я ее проходить. Так вышло просто, что мне пришлось... Так. Да, Индия неплохая, но, блин, точно не лучшая Индия и... Точно не сильно достойна моего внимания. Хотя неплохая. Да, опять же. Неплохая инди. Так, ну надо... Это что? Да ё-моё, не успел! А? Так, давайте насрём на деньги и пойдем дальше. Я уже заманался просто. Ой. Фу. А. Главное через дракош пройти таки. Очень легко можно умереть. Вот в этом моменте. Но здесь, правда, не очень легко. Ну так. Собака за Е. Дальше вы все поняли. Блин. Ладно, выхватила. Хватило. Да, арены здесь для сражения хватит. Лол. Вот так. Блин, у меня нет маны. Он печально. Довольно прискорбно. Ну да ладно. Ух. О, босс. Аларк, найн. Сэр, друг.
Который настал наш финальный дуэль. Ой, у меня же ничего нету. Оу! Моя жизнь. Оу. Ну ок. Мои деньги, мои... Ой. Ё-моё. Я тебя убью нафиг. Жесть. Охренеть, не босс, а просто жесть. Ух. Да, такой босс. Кошмар. Блин, дай мне О, собрал. Половины уже нет. Хватит! Ну куда истратил-то все, а? Ну все. Все вышло. Лол. Это было просто. Со второго раза в основном всех убиваю боссов. О, Зерк пришел. Привет. Слава богу. Никаких ловить принцесс нам не надо. Это хорошо. И мы идем. Тинкера надо убить. Тинкер. Пол. Ай. Блин. Я буквально зажали. А, нет же. Я же могу сюда. Сейчас вот так сделаем. И мы уже здесь. Давай-ка купим. Нам надо улучшить магию. Это будет лучше. Вот. Mm-m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 m
Чуть-чуть не хватает. Да ладно. Ой. Куда ж ты? Ну и ну. Ух ты, дядя. А правда, сколько там вход стоит? Ну-ка, ну-ка, забыл. 5 тысяч, что ли, 6? 5. Ну окей. Тоже интересно посмотреть. Он специально, да? Тарзан этот опять. Хватит. Ой-ой. Ой-ой, нифига себе жесть. Лучше я деньги просру, чем с ним сражаться. А это выбор каждого, конечно. Хотя были у меня возможности его укокошить, ну да ладно. Насрать на эти деньги. Ой, я много, конечно, просру. И давайте с ним все-таки сразимся до конца. У меня появилась возможность с ним сразиться вновь. Агр, уже? Ты быстро, чувак. Опять со второго раза. Традиция уже. Ой. Ну вот мы его и отдали. Давайте тогда купим то, что я хотел. Из улучшения. Мечом. Ну и что делать, что делать, что делать? Один золотую жилу. Летать. Я не смогу летать. Да, не лучшее решение. Тут попроще. А, это фигня. Твою уж. Ух. А. Ты куда? Что ты делаешь?
Мои деньги вернул. Давай. Лол. Давайте сделаем так. И париться не будем. Вау! Кыш, 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 кыш! Пойдем в следующую локацию. Интересные, конечно, локации, да? Довольно-таки. Мышь какую-то фигню делает. Необычная довольно локация. Да, необычная локация. Большие гонки, блин. Так, сейчас есть. О-о-о, мои денежки застряли. Нет ничего хуже, чем застряние. Чем застрявание денег. Тр-тр-тр-тр. Воу. Да, здесь хрен не выложишь. Реально. Очень. Тут-то как? Ого. Что здесь? Ничего особенного? Да уж. Ну, более полезная секретка. Ам-на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 м, хватит меня. Да ё. Ну что за дурацкое место? Сохранение как назломало. А, кстати, да, сохранение всего 4. Подумать только. Ужас какой, а? Напоминает лаборатория из Анепик. Прям вот копия.
Воу. Прикольно. Интересный монстр. Интересней. Пойду, ну нафиг эти деньги. Ты делаешь выбор, деньги или жизнь. В этой игре это особо заметно. Сейчас, секунду. Так вот. Чихнул. Твою мать. Это сложно. Что там? А тут нотка. Блин, жалко мне все это тратить. Жизни мало. Давайте попробуем. Пока не буду пробовать, потому что нет никаких элементов для. Нет, есть. Уф. Сохранение. Есть. Интересная штука. Может умереть сразу, а? Или потом уж умереть. А, нет, ну придется сейчас. Лол. Но он сейчас не профукает свои денежки. Твою мать.
Печалька. Они еще хуже вместе застряли. Блин, не готов. Не буду рисковать. Ой. А мне не дали, ладно. Прям зелень какая-то. Ой. Ну и хрен с вами. Несек. Ой-ой-ой. Устал я от этой музыки. Раздражает. Ненавижу такие слайдеры, это вообще жесть. О, курица. Чувствую, это и есть босс. Ну, поехали. Уф. Не стесняемся задавать вопрос, если что. О, господи. Мне чувствую, это не все. Вау, слишком просто. Ага, а тут не все, а? Я знал это. Думаете, Мегатрон 3000 выйдет? Я же говорю, Мегатрон 3000. Даже думать нечего. А где у него голова? А, вот. Ой, ёлк. Изи-бризи. Изи-бризи, так же, все. Ой. Ой. Ну вот. Теперь опять убил. И все, что ли? Ну, слава богу. Мне даже чаша не пригодилась пока. Интересно, получится у меня до последнего вас сохранить? Или нет?
Я все нотки здесь пропустил, но слишком хардкорно. Ух! Открылся замок. Очередной замок. И пойдем. Там идем. Вон сюда. Это я хотел здесь сделать. А, нет, здесь. Ничего не хотел. Тут тоже, по-моему, ничего не хотел. Что же делать? Мы хотим попасть в зал славы. Давайте попробуем. Больно интересно, что же там такое. Ещё. Ой. Вау. Ничего себе. Он как. Называется зал славы. Идеальное место. Какое-то тупое место. Ух ты. Вау. Вот как это делается. А? Круто. Линк-то сколько, мама. У меня все путешествие может купиться, а я тут. Нас хожу. Вау. Круто. Я не знал. О, тут что надо делать-то? Я сейчас заново сделаю все. Но маленькая проблема, здесь не шариком. Шарик есть, тут его нет. О, мне это нравится. Просто. Oh.
Тоже светло стало. Или что будет, если я все освещу? Пик. Куда же идти теперь? Там здесь нету ничего такого. Здесь тоже. Не понимаю. Дел. Как отсюда выбраться? Тут я не очистил. Я понятия не имею как. Вот как. А да, это просто. Оу. Ну, а, относительно просто. Все. Да. А здесь где привидение прячется? Вопрос хороший. А вот ты где? Вот ты где? Нормальное привидение. Ай-яй-яй. Во. Тут стало светло. Ой, сколько вас здесь? Это что, босс? Ёп! Давай, иди. Боишься? Ау. Нифига он не боится. Офигеть, сложный это какой босс-то. Ух. Ты никогда жизни мало, да? Давайте я сделаю вот так. Надеюсь, не зря. Бу. Бу. Го в МК-8. Я не хочу вам аликард. Ура! Герой, спасибо тебе большое за спасение. Призрачного ужаса. Название вознаграждения. Ура! Enjoy collection. Окей.
Бывает. Ура, ура. Только здесь что-то пустовато. Окей. Денег у меня теперь чтоб кушать. Денег у меня тебе да, много. Давайте последнюю сегодня. Локацию. Ух ты. Вся тактика бить его по голове. Ой, нифига. Что тут делать? Да. Ух, сколько денег! Как жалко ты их терять. Терять деньги жалко. Окей. Давайте. Куда же нам сходить, чтобы их потратить? И куда их, собственно, тратить, куда эти деньги, да? Нам некуда их тратить особо. Но можно, знаете, что сделать? Можно купить. Ну, можно улучшения всякие купить, ману там. Не мясо. Давайте купим мел-тикет, чтобы его деньги все равно некуда. Жизни много. Так, ну чё, улучшили свои характеристики. Давайте последний данж на сегодня. И все. Layer of Propeller Knight. Вот сюда мы идем. Ух ты. Йоу. Да, конечно, просто эта фигня. Чуть сложновато. Ух, йоу. Это реально жестко. Господи, я упал.
Ой, давайте. Я вернусь на карту. И давайте я лучше все-таки завтра пройду. Наверное, лучше будет завтра. Вот, сегодня я заканчиваю. Ох, надоело уже. Она быстро надоедает, она... Вроде она, конечно, не такая длинная, вот вроде уже мир-то движется к концу. Это, конечно, не последний босс, но... Таки. Ачивки. Ачивки. Куда без них-то? Ну чё, вот на сегодня всё. Узнали как-нибудь лопатой. Ну и давайте на этом закончим. С вами был Silver Sword. Не забываем подписываться на канал и ещё. Планировал сегодня поиграть в Warcraft, но... Посмотрим, как получится. Смогу ли установить, если получится, это хорошо. Поиграем немножко. Ладно, сейчас я пока с вами прощаюсь. До скорых встреч.